Берите один. Ага. Да, вот на счет три. Раз, два, три. Ищем общий символ друг у друга, кто быстрее найдет. Печан базары. Вот, я забираю. Берите. Три, два, один. Татарский пролив. Вот. Суть в том, чтобы нужно находить общие символы. Вот. Да. Это кто такой? Это Худжа Насреддин на ослике. Помните? На ослике он постоянно ездит. У него очень много легенд. Вот он еще раз. Худжа Насреддин. Худжа Насреддин. Этот проект называется «Татароязычные родители». У нашей группы 12 тысяч пользователей в группе ВКонтакте. Уникальность наших проектов, которые мы сейчас предлагаем, в том, что мы хотим начать проводить семинары для татароязычных родителей. Семинары будут включать в себя темы, как не допустить распада никаха, какими инструментами можно пользоваться и нужно, чтобы ребенок говорил в семье по-татарски, и чтобы он не переключался на русский язык или там на другой язык. Также это будут основы семейные, которые должны быть в национальной семье. Это там же, в рамках этого же семинара, мы будем говорить о правах родителей. У нас будут подключены сюда же юристы, сюда же будут подключены психологи, а также очень острые проблемы будут рассматриваться. Это наркомания, как подготовить ребенка, чтобы человек не увлекся такими вот вопросами, как наркомания, радикализм, игромания, вот как отучать детей от смартфонов, от игрушек, которые съедают их время. А также этот проект, он будет у нас переходить в онлайн-форму, когда уже придет полную силу. Плюс этого проекта в том, что он создает некоторый вот такой челлендж. То есть люди заинтересованы выиграть в тотальной читке приз, грубо говоря, за счет зрительских симпатий. То есть на каждую сессию нам дается несколько произведений, по каждому произведению мы пишем отзыв. На основе лайков под отзывами мы разыгрываем призы.